В пятницу во дворе Новоталицкой средней школы многолюдно, но это не праздничная линейка, и детского смеха не слышно. Здесь открыли мемориальную доску в память о выпускнике, выполнявшем боевое задание в Чеченской республике и геройски погибшем. Егору Сажину было всего 19. Это в первую очередь необходимо живым, как память, чтобы помнить, чтобы быть достойными данных людей, отдавшими свою жизнь за свою родину. В августе 1996-го, когда боевики атаковали Грозный, личный состав батальона мужественно защищал комендантский участок и не допустил его захвата. Но при проведении инженерной разведки местности 6 августа бойцы попали в засаду. Из 6 военнослужащих от рук бандитов в тот день погибли 5. Среди них был Егор. Указом президента Российской Федерации младший сержант Егор Сажин был награжден орденом мужества посмертно. Родные погибшего героя до сих пор не смирились с потерей и все еще бесконечно гордятся им. Очень благодарна, что они забыли про нашего мальчика. В общем-то, большую благодарность мы выражаем всем, кто принимал участие, в первую очередь. Ну и, конечно, мы очень благодарны всему нашему огромному поселку, который принял вообще нашу потерю как свою собственную. Поддержали нас все. Легче не становится, но становится теплее, потому как помнят, разделяют с нами нашу боль. На стенах школы это уже вторая памятная табличка. Другой выпускник, боец ОМОНа, погиб в тот же день, спасая Егора и его сослуживцев. Судьба свела их в пекле войны. Теперь для новых поколений учащихся школы судьбы этих двух парней будут примером бесстрашия и патриотизма, хоть им и не суждено лично рассказать свои истории. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.